Ребят, всем огромный привет, Аврора. Зашел и сразу улыбнула меня, знаете что? Гляньте, какая интересная композиция на велосипеде. Такие незабудки. Прикольные, да? 35 гривен есть в двух видах. 34 гривны, класс. Так, вот такие тоже по 34 в стаканах. Поставить и не переживать, что там подливать нужно. Лянтики классные. А эти по 24. Рослинка в горщику. Тоже с разными трех цветах. Серая. Как сказать, бурячковая. Баклажановая и салатовая. Такие тоже у меня есть. Как вы, напоминалки, да? Что-то написать. И если забудете, карточку сюда вставили, прижали прищепкой и все. Хай себе балямкается. Так. Декор. Гляньте, какие там фортепианки классные. Пианино 39. Тоже такой интересный декор. Придумали. Давно не был в Авроре. 39, да. Обалденно интересный. Обалденно интересный декор. Так, вот такой. И там еще один есть с розовым. Сейчас я вам покажу еще розовый. Так, вот такой вот еще розовый. Класс. Придумаю, тут молодцы, у кого-то работает. Голова у кого-то работает, придумают такое. И вот такие вот тоже интересные, по 14 гривен на магните. Можно на холодильник, тоже с разными этими букетами. А вот такие полочки соты, ребята, по 69 гривен. Такие точно я себе покупал в этом, в Юске. Точно такие, только были, ну, деревянные я купил. Три размера шло в этом. Три размера шло в упаковке. Большая, вот такая, средняя и маленькая. Но там набор, конечно, дороже был. Но для декора вот эти вот полочки обалденные. Их не обязательно, видите, на полку, на эту, на стену прибивать. И даже можно так на стол где-то поставить или на комоде. Обалденно придумали. И цена 69 гривен. Очень хорошая цена. Ну, конечно, это пластик. У меня все идут деревянные. Ну, кто смотрит постоянно мои видео, тот знает, о чем я говорю. Даже, видите, вот этот велосипед уже стоит на этой полочке. Прикольно. Вот такое еще одно забавное кашпо нашел для цветов. Тоже интересно. Интересное, забавное. А сколько оно стоит? 34 гривны. Тоже, кстати, можно какую-то искусственную. Или хотя бы, знаете, можно что? Кактус посадить, да? Возле компьютера будет классно, интересно смотреться. С деревянными ножками, классная тоже, по 29. Новые аромалампы. Кстати, можно их использовать для фондю? Уже со скидкой по 34. Так, привезли пряжу 150 метров, 100% акрил по 39 гривен. Цвета, ребята, разные в ассортименте. Сейчас хозяюшки будут вязать себе кое-что. Так, вижу новые рамки. Давно-давно я не был в Авроре. Картины по номерам.
Ой, но это не мой размер. Я люблю такие большие. Вот такие. 40 на 50. Большие картины мне нравятся. Это маленькие для детей. Для ребят маленьких. Ну, учиться разрисовывать, да? Диаманты привезли. Гляньте, какой павлин классный, цветной. Так, тут все для детей. Блокноты всякие разные. Антистресс классный. Так, не будем останавливаться, да, на этих блокнотах. Классная подставка для ножей. Мне только не знаю, чем нужно. Сейчас ничего не нужно, ребята, потому что хочется, чтобы закончилось все вот это, что происходит, чтобы поскорее начался, чтобы победа уже была, и все. Потом будем праздновать, делать с вами покупки. Сейчас так, знаете, посмотреть, что здесь интересно есть, привезли. О, мне вот так он для картошки фри, хотя масло дорогое, подсолнечное. Можно так пожарить картошку, да? Гляньте, какую красивую ложку взял. Нашел, взял. Класс. Сколько она? Я бы тоже купил. Вася поедет, я тебе буду каждый день дать. Классная ложка. Я даже знаю для чего. Для вкусных тортиков. Так, новые подставки с прорезиновыми ножками по 59 гривен. Так, дальше у нас идут тоже кастрюльки разные по 249 гривен, кстати, в акции. Добрый. Так, это кастрюля 449, акции по на кастрюльку до 25-го. Тефлон. Ковшик 59 гривен, тоже сейчас в акции. Так, вот эти вот миски тоже такие, знаете, классные, профессиональные. Замесить что-то там. Угу. Так, дальше я хотел посмотреть, у них были новые тарелки, только я их тут не вижу. Нужно в другую Аврору сходить, но она далеко, это чуть ближе находится. Так, салатники по 129. Так, салатники по 18 маленькие, а вот эти стеклянные по 39. Так, банки насыпучие. Тримайся, мы все здолаємо. Жовте. Как в юзки похоже. 59. 49. Так, Фокс, лисица. А вот эти я в эпицентре видел тоже. Так, чашки по 19 гривен. 88 терки. Обычные по 49, 39. Я бокал уже себе взял, я спокоен. Бирюзовые. Набор, чашка и ложка 69 гривен. Ой, классная ваза.
Наступили холода, привезли вот эту вот ленту уплотняющую для окон по 49, разные размеры. Ребят, сейчас выберу какую-то мыльницу себе, только с крышкой, наверное, возьму, потому что взял это мыло дегтярное. Оно так пахнет эксклюзивно, поэтому нужно какую-то взять это мыльницу с крышкой. Но я посмотрел, они все, знаете, какие. Вот открываешь, мыло намылил, оставляешь, ложишь, кладешь сюда, и оно будет все в воде. А хотелось бы, чтобы оно было с какими-то зубчиками тут. Вот нету такого, такой мыльницы, чтобы зубчики были. Все такие обыкновенные, как крыто. Что же делать? Вот была бы вот такая вот, да, крышка, и закрыл, и все. И эти тоже без зубчиков. А мне хочется, чтобы мыло постоянно хлюпалось в той воде. И что же делать? Вот это классная такая рыбка. Рыбка прикольная. А, это большие контейнера. Тоже, кстати, очень удобно для приправ. Как раз пакетик приправ сюда помещается. Органайзеры. Так, а этот не отсюда или отсюда? А, круглый отсюда. Еще один. Ну, пока что мне не нужно ничего. Мне все сложено, все нормально. Так, сколько органайзер? 59, ладно. Так, подставки ажурные по 49, тоже, кстати, с раздельными этими в середине стенками. Вот эти вот хорошие для дисков, и цена хорошая, 59. Так, это что у нас? А, это для зубной щетки и для зубной пасты. Дорогу по 34, а чуть побольше по 39. Так, салфетницу я купил, потому что искал очень долго. Хотел какую-то эксклюзивную салфетницу. Вот, пожалуйста, вам эксклюзивная салфетница. Не такая, как у всех. Тоже классные эти вот подставки. Салатницы, да? На оливки, например. 24. А это для губки. За кран. Цепляете для губки. Для губки шкребки держите. Сколько она стоит? 34. Еще какая-то штука. Тоже интересная. Тоже 34. Ух ты! Хорошо, что я обратил свой взгляд подниз. Вниз. Направил свой взгляд. Разные подносы. Ну, вот эти вот классные, интересные. Все у них по 34. И вот этот удобный холодильник. Знаете, если остались там со стола, да, гости ушли, а что осталось там, можно сложить все. Сколько он стоит? Ого, нормально. Смотрите, как интересно она смотрится издалека, как будто она железная. Но это пластик. Так. И всего 17 гривен, а была 19. Интересно сделано. Точно под железо.
Это для тех, кто на диете. Здесь у вас гречка с котлетой, а тут у вас борщ, ну а тут у вас тортик сладкая. Кстати, сейчас Фрискас по 9 гривен в этом, в Авроре по 9 гривен, а Леопольд тоже по 9, а Педигри, а Леопольд, да, по 9, а Педигри нету, ну это для собачек, по 9, Леопольд по 8, какой-то специальный для диет котов, а Гурме по 14, Клуб 4 лапы тоже по 14, Феликс по 11 гривен, пробил цену. Педигри 11 для собачек. Так, добрым. Сколько курица сейчас стоит? 34, нормально. А мой Фима любил вот эти вот вкусняхи, подушечки всякие. Так, кстати, салфетки какие-то в акции были, если я не ошибаюсь. По 17 гривен. Так, салфетки 24 штуки. Добрые. Вот эти по 49, 120 штук. Так, 52. Сколько здесь штук? 120 штук. Так, и вот эти по 37, 100 штук. Ой, такие тяжелые. Наверное, хорошо пропитанные, мокрые. Добрые. Кстати, сейчас можно взять факс в Авроре дешевле. По 37 в акции. Это хорошая цена. 5 кусочков за 37 гривен до 2 10 акция. И на какие-то тоже, не знаю, что это за фирма, Noxus, по 34 гривны, тут тоже 5 штук. А пахнет яблоком, пахнет так, еще есть морское. Но яблоком я аж сюда пахнет, сюда, аж ко мне сюда пахнет. Так, доброе, доброе. Шик по 42 гривны, без акции тоже хорошая цена. И детская тоже по 42 гривны. А это какое-то новое. Классно пахнет. Тоже не видел я такого. Так, жидкое мыло пол-литра 29 гривен. Гляньте, какое большое жидкое мыло уже с дозатором 37. Здесь целый литр. 37 гривен. Нормально. Добре. О, и я тут нашел дегтярное, шик. Ребят, запах точно такой же. Большое мыло. Антибактериал 22 гривны. 140 грамм. У меня чуть меньше. Но запах, да, от него я открыл. Ванна вся. Ну, кстати, очень хорошее дегтярное мыло. Кто-то сказал, что дегтярное мыло продается только в аптеке. Но видите, как нам повезло. У нас можно купить в магазине. Я покупал свое в Ашане. 24 гривны, кажется. Так, мочалки сейчас тоже в акции. Разные всякие-всякие мочалочки. Кстати, вот эти вот хорошие. Они хорошо вспенивают гель для душа. Ой, вот эти классные тоже спину потереть. Банная для с ручками деревянными 49 гривен. Так было 59. Хорошо. Так, есть еще вот такие вот массажные. Против антицеллюлита. Набираете себе лосьон на ладошку. Втираете ладошками проблемные места. И потом одеваете на руку вот эту штучку. И начинаете массировать хотя бы 5 минут одно место. Ножку, вторую ножку или свое злачное место. Ну, вы знаете, да? Свое злачное место, да, где целлюлит расположился. И так каждый раз, когда принимаете душ, и потом раздеваетесь на пляже, и будете все бабы как бабы, а я кто? Правильно, а я богиня. Я шучу. Я шучу. Так, гель для душа. Вот этот гель для душа тоже сейчас в акции. Обалденные, классные эти наклейки. А в ложке. Пушка, ракета. Ля ты кейтся. Ты красава. По 37 гривен. Сейчас они идут в акции. Были 42. Тут, кажется, пол... А, 700 грамм, да. Все идут по 700 грамм, ребята. И, кажется, с дозатором, да. И с дозатором идут. Это очень хорошо, что с дозатором. Добре. Вот такие по 49. Тоже в ассортименте. Гели для душа. По 39 детские. А шампуни, бальзамы. Пол-литровые. Так, глисс по 88. Ну, это его обычная цена. Обычная, кажется, цена. Да. Очень хорошая цена на шампту. Очень хорошая. Здесь
360 миллилитров, и он стоит 49 гривен. Хорошая скидка. Шампунь 69, как был, так и остался. Очень хороший шампунь. Идет к нам из-за границы. Видите, наклейка наклеена, 400 миллилитров, 69 гривен. Я когда-то им пользовался, сейчас что-то боюсь. Нужно взять попробовать. Так, ладно, палет 55 в акции. Acme Color 39, тоже сейчас в акции. Так, осветлитель блонд для блондинок 44 сейчас стоит. На станки тоже вижу, акция разная, много-много скидок. Угу. Обложки для паспорта сейчас в акции. По 49 гривен. Разные-разные. А в прошлый раз была желтая. Божья коровка. Сейчас синяя. Сколько он стоит? 149. Был 180 со скидкой. На молнии. Интересный набор косметичек. Набор из двух косметичек. Всем экономных покупок. Мирного неба. Всем пока.